Сабиджу Супа впервые будет защищать свой чемпионский пояс AMC Fight Night. Нурбек Кабдрахманов хочет вернуть себе чемпионство Найза Fighting Championship. Где и когда можно будет посмотреть UFC 295 на халяву? В сегодняшнем выпуске, друзья. Ассаламу алейкум, с вами Сула, наш боец, и мы потихонечку начинаем. Смотрите, леди и джентльмены, завтра, 10 ноября, начнется турнир AMC Fight Night. На этом турнире все главное событие. Наш боец, чемпион AMC, Сабиджу Супов будет впервые защищать свой пояс чемпионский от организации AMC. Его соперник сильный и непростой боец из Бразилии, Вандерлей Джуниор по прозвищу Мексиканец. Давайте взглянем на их шердоги. Это во-первых, да, друзья? Смотрите, у Сабита 15 побед и только 3 поражения. Из 15 побед 6 схваток он выиграл за счет нокаута, либо технического нокаута, 3 схватки за счет сабмишна и 6 схваток за счет решения судей. Из поражений 2 технических нокаута и 1 схватка проиграна за счет решения судей. Крайние 6 схваток Сабит выиграл, то есть у него идет такая вот серия из 6 побед. Его соперник Вандерлей да Силва Феррейра Джуниор по прозвищу Мексиканец. Также 15 побед, 6 поражений. Из 15 побед у него 4 нокаута, либо технических нокаута. 6 схваток он выиграл за счет решения, за счет сабмишна. 4 схватки за счет решения судей. Одну схватку там был запрещенный прием. Из поражений 2 технических нокаута, 1 сабмишн и 3 за счет решения судей. Сильный боец. Сильный боец, что говорить. У него нормально все. Хороший профессионал. То есть у него опыт очень даже нормальный, да? Напоминаю, завтра будет этот турнир AMC Global Fight Night. 10 ноября стартует турнир, по-моему, в 9 часов вечера по времени Астаны. 8 часов вечера по времени Астаны. У себя в телеграм-канале я оставлю ссылку на прямой эфир этого турнира, чтобы вы его могли посмотреть бесплатно. Так что двигайте ко мне в телеграм-канал «Наш боец Чироки» и подписывайтесь. Вот здесь вот будет ссылка на мой телеграм. Также будет ссылка в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Теперь, следующая новость. Нурбек Кабдрахманов будет биться в соглавном событии за чемпионский пояс Fight Nights Global против россиянина Мухаммеда Эминова. Вот так вот. Кто победит, тот и станет чемпионом Найзы. Давайте посмотрим на шердоги наших пацанов. Ну, у Нурбека Кабдрахманова 8 побед и только 2 поражения. Из 8 побед у него 6 сабмишнов и 2 он схватки выиграл за счет решения судей. Из поражений у него только 2 поражения и тоже за счет решения судей. На данный момент у Нурбека серия из 5 побед. Нурбек Кабдрахманов — это город Актобе. Это представитель клуба Еркинкуш. Главный тренер Айбек Агай. Айбек Шакутов. Агай, мандабр. Сге еще раз. С этого канала уже салем. Так что будет очень интересная схватка. Однозначно. Теперь давайте посмотрим на его соперника Мухаммед Эминов. Тут есть на что посмотреть. 16 побед, только 1 поражение. Из 16 побед у него 1 технический нокаут, 10 сабмишнов и 5 схваток он выиграл за счет решения судей. Из поражений только 1 поражение за счет решения судей. На данный момент у него серия из 5 побед. Ну вот прям сразу понятно, что с борьбой и с грэплингом у этого чувачка прям все фантастика, ребята. Схватка будет очень тяжелой. Это прям... Ну, у Нурбека никогда не было таких легких соперников. Че говорить? У него всегда были прям такие серьезные, серьезные схватки прям до конца. Первый раунд он всегда проигрывал, а во вторых раундах уже иди сюда, дядя Вася. Посмотрим. Возможно, здесь будет точно такой же сценарий, как и всегда. Ну, желаем в любом случае Нурбеку победы. Теперь, что касается UFC 295, леди и джентльмены. Прямой эфир начнется 12 ноября в 5 часов утра по времени Астаны. Я начну у себя в телеграм-канале «Наш боец Чироки», леди и джентльмены. Ссылки опять же в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Бесплатно! В 5 утра 12 ноября. Со главное событие, 4-я строчка рейтинга
Том Аспинал против первой строчки рейтинга Сергея Павловича. Главный бой. Алекс Перейра против Иржи Прохаска. Иржа Прохаска сейчас вот до 93 килограммов, да, он занимает первую строчку рейтинга. Очень нереальная, прям фантастичный турнир будет. Ребята, хотите посмотреть еще раз, двигайте ко мне в телеграм-канал «Наш боец Чироки» на халяву. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, наш боец. Всем пока, салам алейкум, аривидерчи. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better...